По сути, это единственное место в деревне Горки, где ребятня может порезвиться. Когда-то здесь была как спортивная, так и детская игровая зоны, но они с течением времени пришли в негодность и были демонтированы. Здесь были качели, песочницы здесь были, вот такие вот качалочки, там это самое. А здесь был тренажер. Вот, мы занимались и с ними, я с ними занималась тоже на тренажерах. Вот. А потом вот она у нас давно уже эта площадка была, а теперь вот нам решили сделать более лучшую эту площадку. В мае в Горках приступили к установке новой современной детской игровой зоны площадью 450 квадратных метров. В данной площадке появятся различные малые архитектурные формы для детей различного возраста. Тематика, которая выбрана на площадке, это у нас космос. Данную площадку согласовали именно по МАФам по размещению с жителями деревни Горки, которые одобрили, которые подтвердили, что они готовы участвовать в этом проекте. Детскую площадку устанавливаю за счет областного бюджета. Проверить ход работы и поговорить с жителями в деревню Горки приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Тут еще желательно повесить камеры, потому что тут у нас бардак идет. Обязательно условия освещения, которые да, здесь потому что без камер тут нельзя. Да. Жители попросили также установить навес над песочницей, чтобы можно было спрятаться от палящего солнца или внезапного дождя. А также напомнили, что давно мечтают о появлении в деревне фельдшерско-акушерского пункта и Дома культуры. Народный избранник обещал учесть все пожелания. В этом году две губернаторские площадки, большие, современные, безопасные, будут размещены в Ленинском городском округе. Одна из них в Горках, вторая Саврасова. Вот сегодня мы в Горках посмотрели, жители сейчас пришли, все довольны. Есть, конечно, небольшие замечания, добавить крышу над песочницей, вот такого плана, кое-где ограждения. Но это все в процессе эксплуатации, конечно, будет поправлено. Завершить работы подрядчик планирует до 1 июля этого года. В дальнейшем за счет муниципального бюджета рядом установят спортивную площадку для подростков и взрослых. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.